Всем привет, ребята! С вами я, Коля, и сегодня я стал кусочком земли. Да-да, ребята, я сегодня стал землей для того, чтобы Правильно, ребята, ответ вы напишите в комментариях. Кто самый умный напишет, ребята, то, что мы сегодня будем делать с бабкой, получит лайк от меня в комментариях. Да, 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 ребята, поэтому, как вы думаете, что мы сегодня будем делать в комментариях? Напишите, короче, в комментариях все, что мы сегодня будем э, делать. Вот. Ну, а мы отправляемся уже, конечно же, к бабушке Грейни домой, потому что вчера нас полицейские так и не смогли, ребята, найти, и все прошло успешно. Ну, а сегодня, за ее вчерашние высказывания, мы должны немножечко отомстить. Естественно, все равно, надеюсь, получится по-доброму. Ну, а там уж как пойдет. Ну, а пока я бегу к ней домой, ребята, вы обязательно, обязательно сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, если не хотите идти в школу. Да, ребята, если вы не хотите идти в школу, то прямо сейчас обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это очень-очень важно. Ну, а также напишите в комментариях, ребята, что вам больше нравится, телефон или же компьютер. Так, ну естественно, ребята, я приобрел себе креатив на несколько часов. И я думаю, что можно потроллить бабулю. Но через главные дороги... Вход мы не будем входить. Вдруг у нее какая-нибудь там система безопасности. Мы вот здесь вот аккуратненько все починим. Оп. И зашли. Так, ребята, это уберем. И давайте, главное, добудем где-нибудь земли. Самый-самый обыкновенный, ребята. Я что, земли здесь нету, что ли? Это посмотрите, у бабки здесь нет земли. Так, 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 так. Вот это, кажется, проблема посмотрите, и правда, у нее здесь нет земли. Нам надо срочно вот эту землю взять. Опа. И сейчас, ребята, будет самое-самое жесткое и интересное, потому что мы просто сейчас будем менять ее дом. Да, у нее здесь нет, ребята, дома И земли. Но мы будем менять вот так вот. И если она нас будет палить, мы будем просто заходить в эту землю. Ой, вот так вот. Так, 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 так. Вот так вот. Оп. Где моя гнилая? Вот. И все, ребята. Главное, чтобы mm -hmm. Mm -hmm. она нас не спалила. Оп. Ой. Нилая плоть. Так, надо паути покормить паучка, моего любимого. О, ребята, пока она сверху, давайте быстрее за работу. Давайте, знаете где? Давайте. Эй! Паучок! Иду, давайте, иду. ребята, на кухне! Не шипи! Паука она будет своего кормить. Я она ребята, не очень шипи. удивится. Представляете, как она удивится, когда она вот это все увидит. Просто. А ешь, ешь, не шипи говорю. Ну, как, Ребята, ешь. Нам еще немножечко, немножечко, немножечко здесь. Давай, жуй, жуй. Вот так вот. Оголодал вот так вот. совсем давно, и тебе не заходила. Ребята, паука кормит. Какая я она... тебе, чтобы он большой стал. Какая она кормит. правильная, да, ребята, паучка кормит? А как меня да. покормить, так сразу. Потом я тебя выпущу, будешь у меня во дворе бегать. чтобы никто ко мне не заходил. Так, да. никто не заходил. Всё? Наелся? Это, кажется, у нас Ладно. будет проблема с пауком. Надо будет с ним как-то общий язык находить. Так, закрыли. Да, да. пока сиди, сиди. Рано тебе еще выходить. Так... Рановато. Так, о, тихо, ребята. О, сократим. Кажется, она идет. Так. Тихо, тихо ребята, я слышу где-то. Так, так. Да -да -да -да. Так, нас не так. видно же? Не, не видно. Так. Не поняла? Так. Это это, это что? О, тихо. Это, это что? Что за стены? Как меняется мой дом? Я что-то не поняла. Откуда здесь земля? Так, кто это сделал? Кто это так, сделал? Так, так, ребята, продолжаем, продолжаем ее троллить. Почему я никого не вижу? Так, какая земля? Мне нужен камень, мой дом каменный. Никогда так, он так, не так. будет землей. Что такое да. земля? Она uh -huh. рассыпется на раз, два. А камень это тоже. Так, кстати, надо вообще, знаете, дом да. сделать. Так, ребята, Из оставим, ей табличку. оставим ей табличку. Табличку, ребята, поставим ей, знаете, какой. Кто тут шутит надо мной? Вот тут, кто тут, а тут надо мной шутит, я Не говорю. Не трошь и <laughs> землю. Ребята, я уже только что такое придумал, такое придумал. Так. Так, уйдем, ребята, уйдем. Закрыть, закрыть. Так. Во. Так, 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 так. Чего? Не трожь землю. Оп. Так, выходи. <laughs> ты кто? Кто бы ты ни был, выходи. <laughs> так, наверху, что ли? говорю. Давайте я <с rip> сделаю это Знаете что, мы ну, на кухне, bitte. где уже была земля Мы поставили заминированную землю Ладно, хорошо, я я тебя поняла Так, где моя бита Бита Ох, если я тебя встречу Я тебя так отбичу Отбичу, так, ребята, что это за слово что такое? такое Так, где ты Что так. такое, это что за земля Вообще непонятная мне не нужна земля в моем доме. Так, так ладно. Короче. Ага. Кто тут? Кто-то есть тут? Ребята, у меня чуть... Как я не чуть нет. это. Хм. Так, я не поняла, это что такое. Я же только что... Ай! Это, а это что такое, я говорю? Ну, я же предупреждал тебя, бабка. Выходи, трус! Предупреждал он меня. Ты что испугался бабки старой? Выходи, говорю. А ты думаешь, я прячусь? Так, а почему тогда я тебя не вижу? Может, ты М? слепа? Может, ты получишь сейчас? Давай, выходи. Я что-то тебя вообще не вижу. Где ты? Где? Под землей, что ли? Э, да, в подвале. В подвале? Ага, в подвале. Ну все. Тебе конец, в подвале он говорит: в подвале. Заметил? Заметил. Подвал. Это давайте еще раз заминированным. Что еду. ты врешь? Нет тут тебя. Подожди, Внизу. Ты, не... ты, что невидимый? Так, ладно. быстрее, 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 надо успевать. Ладно, хорошо, я тебя поняла. Ох, сейчас я поднимусь. Так, так. так отменяй, убери ты зима. свою зе... <свят> Ай! Да это -да -да что такое? Да ты уже полдома! Так, я знаю, кто ты? Кто рушит мне все время дом? Кто мне нет, рушит это дом? Это не он. Это не он, а кто тогда? Только один маленький противный хулиган может рушить мой дом и врываться в него без спроса. Только один. Один единственный. Ну нет, бабушка, не один. Ну нет, бабушка, ну все, все. Я тебя услышала. Я тебя услышала уже. Все. Хорошо. Хорошо, хорошо. Мы с тобой по-другому поговорим. Пят, ну надо Ну все. Не, надо так. Менять, надо не менять, не... Ох, я тебе сейчас устрою. Ох, я тебе. Да что это такое? Да почему все взрывается? Откуда тут ну, замерзшая земля? Ну, бабка, я так. Нечестно. так. Бабка. Я вот, вот уберу. Ага. Ай, бабка, ага. так нечестно. Бабка, вот он ты. бабка, ну так все. нечестно, нечестно креатив не отбирай! А не честно в мой дом пробираться, как всегда, то а под видом камня, то под деревом, то теперь под землей, ты не Ну согласись, ты даже не поняла, что это я. Не поняла, что это я, конечно, не поняла. Хожу хватит. себе спокойно, паучков кормлю, а Ой, ты... О, покажи паучка, покажи паучка. Я тебе покажу сейчас, я тебе сейчас такого паучка покажу. Ну, покажи, пожалуйста. Давай, давай, сейчас я тебе, я тебе такого паучка покажу. Бабка, ну пожалуйста. Так, где ты? Давай дружить. А -а -а. Я с тобой дружить да никогда тогда в жизни. Тогда тебе подарок. Тогда тебе. Тогда тебе я тебя сейчас отлуплю. Ай. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Ай-яй-яй, ай, ай, ну бабка, ну не надо. Я... В смысле бабка? не надо? В смысле не надо? Зачем ты опять пробрался в мой дом? Зачем? Ну, что Зачем ты, ты опять пугала? разрушил? Ты меня вчера пугала. Чем я тебя пугала? Я тебя вчера вообще-то спасла. Я тоже тебя спас. А это твоя благодарность? Это твоя благодарность? Неблагодарный ты маленький хулиган! Я же все починю. Ты, да ты мне всегда обещаешь починить. В итоге я все сама чиню. Нет, давай сейчас честно починю. Ничего я тебе не дам, все. Нет, ну дай, пожалуйста, возможность одну. Я, потом... ты мне, ты мне все время Нет, говоришь, так, дай вот, мне возможность. Вот, вот давай да так, я... так. Вот давай так. Вот если я сейчас тебе не починю, то, то? Ты меня больше там никогда не пустишь. Вот даже вот вообще все. Ты? Я тебя не пускаю. Ты сам пробираешься, понимаешь? Ну, бабка, ну все, ну я тебе сейчас обещаю, сейчас я починю. Я креатив, дай креатив. Нет, все, дай креатив. Ты? Ну вот Может, он. Я. Ты сначала ну видишь, в клетку нет, не, ну видишь, я сам пришел. Ну дай есть, креатив. Ты в клетку а, посажу, а? Ну дай креатив, я тебе все почину, Ты Меня уже честно. достал, потому нет, что достал, нет, что достал нет, ты меня уже! Нет, я честно, сейчас все тебе починю. Даю тебе 10 минут. Если ты Хорошо. ничего не починишь. Все, все, договорились. То ты будешь. Все, знать, все, что все, я все, ты, ты главное не подглядывай. Я кое-что выраю. Хорошо, вот ты иди пока туда, я пока здесь похозяничаю. Я устрою тебе тогда такое. Ребята. Ну, бабка, я тебе обещаю. Все, я тебе обещаю. Я тебя никогда могилу, не обманул. ему вырыть. Потому что он все равно ничего не сделает. Так, делает. ребята. Так, я же обещал бабки, но мы же не договаривались нет, на какие-то определенные условия. Я уже приготовила для тебя яму. Подожди, бабка. Не мешай мне. Ты не Осталось три минуты. Меня с толку. Ой, нет, нет, три ребят... минуты, я сказала. Нет, ребята, такого нам не надо. Давайте вот такой вот. О. Яма для тебя готова. Подожди, бабка, подожди. Можешь уже опускаться. Не-не-не. Добровольно. Не-не-не. Пока я сама тебя сюда не запихала. Так, сейчас я тебе все починю, сейчас я все верну, как было. Побыстрее, все. можно? Ты меня я опять делаю, отвлекаешь делаю. от дел, ты меня каждый день отвлекаешь от моих важных бабка, дел. Бабка, тороплюсь как могу, честное слово. Торопится он, вообще бы лучше не приходил, сидел бы в своем доме, иди к своим жителям, и там ну, с, вот с ними устраивают говоришь. эти вот гоночки. Нет, неинтересно. Ну ты там так. какие потом штришки под это. Сейчас, 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 подожди. Через баба. минуту я приду. Хорошо, хорошо. хорошо. Посмотрю, что ты там наделал. Хорошо, я, я, я тебе обещал. В систему Я вернуть. уже твоей ямы цветочки посадила. <laughs> Не надо, бабка. Давай, Ирина, давай. Мне, честно, страшно, потому что мы вроде как и делаем, а вроде как и нет. Так. Раз цветочек, два цветочек, три цветочек, Подожди, я сейчас четыре, крышу. Давайте крышу шесть, еще сделаю. Семь, восемь, девять. Крышу еще. Цветочков. Крышу еще. Вообще идеально. Еще крышу. Да-да, и приходи ко мне, я тебе покажу. не, -не, -не сначала ты мой дом Знаешь, посмотришь. Я тебе покажу, какая у тебя тут красивенная ямка. Не надо ямок. В которой ты будешь лежать и загорать. В общем, бабка, сейчас я тебе последнюю стену восстанавливаю. В общем, я иду. Давай. В общем, мне уже надоело ждать. В общем, это я пошел. Я тебе восстановил все как мог. Так я не поняла, какая земля. Ну, а мы, земля? заметь, Боже! заметь, мы что не уточняли, я еще и полы сделал земляные, потому что да. мне так лучше. Все, мне это надоело. Так, все, бабка, мы с тобой договорились, согласись, договор дороже всего. ай яй Мне это надоело. Где ты? Где ты? Убегаем, убегаем. Что, убежал, что ли, этот маленький трус? Трус ты, понятно, трус. А мы с тобой договорились, что я тебе восстанавливаю, я тебе восстановил, правильно? Землей? Какой землей? Ну, мы же я в следующий раз камень. я тебе дом бедроком сделаю, чтобы ты вообще не смог в него зайти. Ребята, она может жить. Она жить может. Бесячий, просто бесячий, ребенок. Ну, ребят, ну я как бы свои условия договора выполнил. Я и Запомни, яма твоя тут есть, и она будет до конца дней. В следующий раз придешь, я тебя обязательно туда закрою. О, ребят, это уже опасно, слушайте. Надо как-то, по-моему, них поменять, чтобы она не могла у меня коллектив забирать. Но я не знаю даже, что еще можно придумать. Все, ребята, сейчас я побежал к себе домой. Но ну, а вы обязательно нажимайте на видео, которое вы видите на своих экранах, а также подписывайтесь на канал. Всем удачки и всем пока-пока.